Всем привет, друзья! С вами канал GoFish, и наконец-то я подготовил для вас топ-5 лучших бюджетных катушек 2017 года. Хочу напомнить, что в мои топы попадают снасти, цена которых не превышает 5000 рублей. Прежде чем начать, хочу рассказать вам о нашей группе ВКонтакте. Поддержите нас, вступив в группу. Совсем скоро мы проведем розыгрыш хорошего спиннинга, а так как подписчиков пока мало, то шансы значительно увеличиваются. Ну что ж, начнем наш топ, поехали! Открывает наш топ катушка под брендом Select, модель Рубин. Select довольно молодой бренд, но уже успевший завоевать любовь и доверие среди рыболовов. И катушка Рубин тому прямое доказательство. Она совсем недавно появилась на рынке, а уже имеет много положительных отзывов в сети. Катушка выпускается в 5 размерах, весом от 201 до 286 граммов. Имеет схему подшипников 7+1 и придаточное соотношение 5.2:1. В комплекте идет запасная пластиковая шпуля. Основная же шпуля довольно лесоемкая, поэтому при использовании тонких шнуров без бэкинга не обойтись. Идеальной укладкой Рубин не отличается, но при правильной регулировке намотки она не будет доставать воспетлением и бородами. Ценник данной мясорубки укладывается до 3500 рублей. Следующая в нашем топе безинерционка фаворит Bluebird. Эту катушку знают давно, и сделана она под стиль одноименной палочки. Но в этом году мы наблюдаем реинкарнацию данной модели. Катушка получила новый дизайн и новую базу. Так как делалась она под ультралайтовый спиннинг, то логично обзавелась низкопрофильной шпулей. Но совсем нелогично страдает ожирением и весит более 250 грамм. А так как модели всего две и отличаются не только размером шпули, то становится непонятно, под какой ультралайт ее делали. Но несмотря на все мои возмущения, она довольно хорошо укладывает шнур и имеет очень плавный ход. Этому способствует схема подшипника 8+1. Стоимость катушки укладывается до 3000 рублей. А теперь тройка более интересных моделей. И первая в ней Yoshi Onyx Vinci. Модель одна из самых дорогих в линейке Yoshi Onyx. Ее цена почти 5000 рублей. Выпускается в двух размерах. 2000 и 3000. И имеет вес 276 и 318 граммов соответственно. Запасной шпули в комплекте нет, но зато основная имеет довольно грамотную лесоемкость. Бекинг скорее всего не понадобится. Катушка имеет 10 подшипников, которые стоят в самых нужных местах. Подержав такую модель в руках, можно с уверенностью сказать, что она своих денег стоит. Nautilus Black Getter. Это название давно знакомо по спиннинговой программе Nautilus. Но в 2017 году компания представила рынку одноименную катушку, которая, как оказалось, закрывает все требования к катушкам данной ценовой категории. Кстати, стоит она около 4000 рублей. Хороший дизайн, плавный ход, наличие в серии модели с мелкой шпулей, ведомая шестерня из бронзы, 8 подшипников, хорошая укладка шнура – все это делает Black Getter достойным конкурентом более дорогим моделям. Выпускается Nautilus в трех разных размерах. 2500, 2508 и 3000, и имеет вес 267, 279 и 297 грамм соответственно. Также стоит отметить весьма точный фрикцион, он поддается самым тонким настройкам. И наконец не самый интересный, но самый проверенный участник нашего топа – Blackside Riot. Почему не самый интересный и почему самый проверенный? Все потому, что данная катушка выпускается уже давно, только по другим брендам. Я, конечно, могу ошибаться, но смотрите сами. Слева катушка Gladiator Inquisitor, а справа Blackside Riot. Я думаю, все более чем очевидно. И не зря у катушки такое название, ведь Riot с английского переводится как бунт или мятеж. И правильно, давно было пора устроить мятеж, так как катушка замечательная, но под брендом Gladiator совсем не имела распространения. Надеюсь, что под брендом Blackside все будет куда лучше. Катушка имеет следующие характеристики. 11 подшипников, 3 типа размера, один из них с мелкой шпулей. Все модели имеют запасную металлическую шпулю. Передаточное число 5.2:1. Катушки имеют плавный ход, хорошие тяговые характеристики и не склонны к петлению. На мой взгляд, это самое удачное возрождение за последнее время. Ну вот и все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!